Салют, друзья! Итак, сегодня состоится очередной матч КХЛ «Динамо Минск-Витязь». В принципе, говорить про игру «Динамо Минск» много не нужно. Мы сами все видим. Команда, можно сказать, уже просто доигрывает этот регулярный чемпионат КХЛ. Но команда «Витязь» — это тоже команда, которая много звезд с неба не хватает и у которой также большие проблемы в атаке. Поэтому я здесь заиграю низ. Ставку тотал меньше 5,5, коэффициент 1,63. Команды-то в целом по классу равны, да, но просто «Динамо Минск» сейчас просто лихорадит. Команда испытывает проблемы просто в каждой линии, и это в защите, и в обороне, и как уже в последних матчах мы видим, даже и вратарь уже стал подводить. Но я здесь все-таки жду какую-то такую вот игру, которая будет опираться более на силовую борьбу, да, в центре площадки. Поэтому моя ставка тотал меньше 5,5, коэффициент 1,63. Всем удачной игры!